Пакетики с застежками зиппер с порошкообразным веществом белого цвета, светлого. Раз, два. Закладчика синтетических наркотиков оперативники задержали прямо на месте преступления, во время произведения очередной закладки. На месте задержания оперативники изъяли 6 свертков, в которых, как установила экспертиза, находилось наркотическое вещество. 46 пакетов. 46 пакетиков. После задержания наркодилера полицейские решили обыскать и его квартиру, где обнаружили еще 700 граммов синтетического вещества, уже приготовленного к продаже. Таким образом, из незаконного оборота изъято более 3000 разовых доз психоактивного вещества. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый решением суда заключен под стражу. Сейчас закладчику вменяются сразу две статьи – покушение на незаконное производство наркотиков и их сбыт. Если виновность мужчины будет доказана, ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. 25 лет в эфире. С вами и для вас.